Чтобы не допустить повторения этого... То есть находки в доме Кенуэев привели к монументу? Прекрасно тратишь свое время. Ходишь со мной с глупыми вопросами. Ну, Генри, нет. Я думал составить тебе компанию. Не нужна мне никакая компания. А у мистера Грина свое расследование. Ах да, мистер Грин. Прекрасно придумано. Прошу, мистер Грин, взгляните на эту книгу, а я пока постою поближе к вам. Я не... Может, тебе и нечего делать, но я защищаю ассасинов. Правда? Как там говорил отец? Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Вот именно. Ладно, мне пора. Если найду для тебя еще дурацких затей, я поделюсь. Хоть отдохну от тебя, наконец. Вас выселяют только, когда ваш дом небезопасен. Не кричите! Пожалуйста, имейте уважение к гостям. Что за гад? Вы ведете себя как дети. Вы так неблагодарны. Вы и дальше хотите жить в этих ловушках. Ну что же, мы можем продолжать, пока вы не успокоитесь. Поймаю. Мы собрались провести монумент в память о великом пожаре, чтобы не допустить повторения этой ужасной трагедии. Хочу поблагодарить наших уважаемых гостей, достопочтенного премьера Дизраэля, членов парламента и остальных. Поможет обеспечить пожарную безопасность в жилищах неимущих. Да, мы слышали. Кричать вовсе не обязательно. Ну, успокойтесь. Не нужно так волноваться. Слишком многие сегодня ютятся в переполненных лачугах. Прошу прекратить! Вас выселяют только, когда ваш дом небезопасен. Не кричите! Пожалуйста, имейте уважение к гостям. Пожаров уменьшить. Что за гам? Вы ведете себя как дети? Мне это знакомо. Thank you.
Вперед! С дороги! Наверху. Ключ к тайнику и плащанице. Добрый день, мисс Фрай. Позволите? Для вас плащаница — это власть. А вы сможете подчинить ее? А зачем плащаница вам? Просто чтобы не досталось тамплиерам? Это в духе ассасинов. Держать в руках ключ к вечной жизни и при этом бояться им воспользоваться. Вечной жизни? Думаете, в этом ее сила? Что я думаю, вас больше не касается. Полетим со мной? У меня есть дела. Черт!